С приходом весны возрастает риск несчастных случаев на водоемах, водная гладь которых покрыта тонким льдом, в том числе с участием детей. Причины гибели детей на льду известны, недостаточный контроль со стороны взрослых. Сегодня в скорую помощь поступил звонок, что дети играют на льду, и попросили скорее приехать и помочь им. А сколько ребятишек там? А вы прохожие, да? Номер телефона продиктуйте. Хорошо ожидать. Бригада скорой медицинской помощи сразу же приехала в указанное место и оказала первую помощь девочке, которая находилась на льду. К счастью, жизни девочки ничего не угрожает. Поэтому врачи призывают горожан не выходить на лед в период таяния и разрушения льда, а также рекомендуют родителям следить за детьми. Риск возникновения несчастных случаев увеличивается. И не чувствуя опасности, дети могут, играя на льду, провалиться под лед. А под льдом большое течение, которое могут все глубже затянуть человека. И будет невозможно. В связи с чем всех родителей, классных руководителей призываем провести профилактические беседы, что лед опасен. А также, когда идет потепление в жилых многоэтажных домах, все люди начинают часто проветривать помещения. Именно в это время родители оставляют окна открытыми, забывая о том, что открытое окно может быть смертельно опасно для ребенка. Ежегодно в России регистрируются сотни случаев падения детей из окон, в том числе десятки погибших. Врачи скорой медицинской помощи обращаются к родителям малолетних детей с просьбой быть бдительными, прежде всего, в весенний период. Ненадолго. Вот они считают, как бы ненадолго, то в магазин купить молока, хлеба, бегут, оставляют детей. Это тоже очень чревато, потому как детишки бегут, зовут детей, они в первую очередь бегут к двери, дверь закрыта, поэтому они бегут к окнам. Да? Поэтому родители, еще раз обращаю внимание, быть внимательными, ответственными, бдительными в отношении присмотра детей. Дети не всегда могут правильно оценить уровень опасности. Обязанность и ответственность каждого родителя – научить ребенка быть осторожным. Берегите своих детей и не оставляйте их без присмотра. Алдынай Сая, Буйон Мунгуш, Азамат Очур, Тува 24.